Поминайте наставников ваших, говорится в святоотеческом предании. Я у своего друга, архимандрита Бориса Петрухина, сегодня субботний день, день поминовения усопших сродников наших. И в его лице я помянул и своего духовного отца, протоиерея Василия Ермакова, и своих усопших сродников, своих усопших благодетелей и всех почивших православных христиан. И вот так случайно, как это всегда бывает, я приехал. Это Покров Пресвятой Богородицы, поселок Жестилево, Дмитровского уезда. И как всегда бывает случайно, церковь наша земная встречает добрые дела наши с радостью, а в данном случае с колокольным звоном. Мы подъехали с сыном, с Никитой. Вот. Так что, дорогие мои, будем жить. Будем жить. Тоже случайно совершенно. Я не знал, когда закончит. Тем не менее, в одну секунду мы с ним со звонарем остановились. Будем жить. Ваш Евгений Лопатин.